Антарктида – континент, расположенный на самом юге Земли. Самая южная область планеты, которая полностью покрыта льдом. Точнее, 99% ее необъятной территории покоится под ледяной шубой. И все-таки под этой шубой находится Земля, а не океан, как на севере. Льды накрывают своей шубой и ближайшие к Антарктиде острова, поэтому ее площадь указывают вместе с ледниками и островами. Это 14,4 миллиона квадратных километров. Из-за скудной растительности в Антарктиде обитает относительно небольшое количество видов животных. Однако некоторые представители фауны, например, пингвины, чувствуют себя здесь прекрасно и другого места жительства не представляют. Из-за необычайно суровости климата и постоянных низких температур в Антарктиде нет постоянного населения. Однако здесь расположены научные станции. Временное население Антарктиды постоянно колеблется от 4000 человек летом до 1000 человек зимой. Есть в Антарктиде и небольшие, свободные ото льда участки суши, на которых даже встречается растительность. Они называются оазисами, как и в пустынях. Антарктиду омывают воды Южного океана. Ранее этот океан считали южными частями Индийского, Атлантического и Тихого океанов. На континенте есть свои горы и возвышенности. Лед с них постоянно сползает и очень медленно движется к побережью. Антарктида отличается крайне суровым, холодным климатом. В ее восточной части расположен абсолютный полюс холода, где были зафиксированы температуры до минус 8,9 градусов по Цельсию. Исследования, которые постоянно проводятся в Антарктиде, очень помогают понять все закономерности погоды на нашей Земле. Так, изучая Антарктиду, ученые узнали, что раньше она не была покрыта льдом. Здесь была такая же бурная жизнь, как и в других частях света.